Эргономика. Эргономика – научная дисциплина, комплексно изучающая человека, группу людей в конкретных условиях его, их деятельности в современном производстве. Эргономикс. Греческое «эргон» – это работа, «номос» – закон. Эргономика изучает особенности и возможности функционирования человека в системах, человек, вещь, среда. Эргономика – наука о системах. Она включает в себя такие понятия, как антропометрия, биомеханика, гигиена труда, физиология труда, техническая эстетика, психология труда и инженерная психология. Эргономика – отрасль науки, которая изучает движение человеческого тела во время работы, затраты энергии и производительность конкретного труда человека. Область применения эргономики довольно широка. Она охватывает организацию рабочих мест, как производственных, так и бытовых, а также промышленный дизайн. Эргономика – научно-прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и созданием эффективных систем, управляемых человеком. Эргономика изучает движение человека в процессе производственной деятельности, затраты его энергии, производительность и интенсивность при конкретных видах работ. В основу эргономики легли многие дисциплины от анатомии до психологии. А главная ее задача является создание таких условий работы для человека, которые бы способствовали сохранению здоровья, повышению эффективности труда, снижению утомляемости, да и просто поддержанию хорошего настроения в течение всего рабочего дня. Офисная эргономика – это наука технологии, инженерной технологии или конструированием человеческого фактора. Офисная эргономика является прикладной наукой о дизайне офисного оборудования, направленной на увеличение продуктивности труда наряду со снижением утомления и дискомфорта работника. Офисная эргономика предлагает способы решения большинства проблем, связанных с работой на компьютере. Ваш домашний офис должен содержать следующие эргономичные элементы. Регулируемую и контролируемую материальную среду, эргономичный дизайн стульев и рабочего стола, правильное положение монитора и клавиатуры, расположение документов и правильное размещение источников света и приемлемую интенсивность освещения. Уменьшение риска заболевания является следствием соблюдения правил офисной эргономики, по сути своей офисной эргономики и это изучение комфорта рабочей среды, а также их рабочих приспособления рабочего места к потребностям тела.